всегда любит бегать, прыгать, мяч гонять. А зимой в хоккей, снежки играть. Должны освоить все ребята велосипеды, ролики и самокаты. А где же этим заниматься? Нам нужно в этом разобраться. Ведь нашему микрорайону не хватает стадиона. Как бы нам он пригодился, микрорайон бы весь преобразился. А идея нам пришла, когда мы ходили на экскурсию по улице Логинова. Там между домом по улице Южной и политехникумом есть пустырь. Мы подумали, а вот было бы здорово, если на этом месте находился бы мини-стадион. Вернувшись в детский сад, мы начали рисовать, каким мы хотели видеть мини-стадион, иначе его строить из деталей к лего-конструктор. Наш мини-стадион разделен на несколько зон. На поле, потому что во дворах играть в футбол небезопасно. Ведь мячом можно попасть стоящему автомобилю, а здесь у нас огорожена площадка. Кто любит заниматься спортом, мы сделали тропу испытаний. Она представлена у нас турниками. А для детей маленьких у нас на мини-стадионе есть игровая площадка. Там качели и карусели. Вокруг игровой площадки есть дорожки, по которой можно кататься на велосипедах, на роликах и просто бегать. А если у нас нету роликов, а мы хотим покататься, мы решили сделать прокат. Чем мы придем с бабушками и с дедушками, у нас есть зона отдыха, где можно посидеть, посмотреть, как играют дети. Еще у нас есть кафе. А зимой вольное поле заливается водой. Получается каток и площадка для игры в хоккей. А по беговой дорожке кататься на лыжах. Так, на нашем стадионе в любое время года будет очень много ребят. И мамы, и папы очень будут рады, что мы играем в безопасном месте рядом со своим домом. Надеемся, что наш мини-стадион всем понравился. И он сделает наш город уютным и красивым.